Я всех хочу поздравить с сегодняшним замечательным праздником. Ленина. И с тем, что мы вот сейчас все увидим, услышим, и еще услышим. Потом еще услышим. Вот. Ну все. Давай. Так, вы, наверное, первое будете говорить. Какое-то еще такое. Ну я общее. Это, а вы какое-то слово. Ну, только цели, как цели указания. Дорогие друзья, очень рада вас всех видеть. И сегодня, конечно, совершенно удивительный вечер, потому что для меня это было, в общем, такой... какой-то момент неожиданной радостью, когда собралась такая ситуация, когда Ольга Александровна согласилась сделать такой, провести вечер здесь. И просто стихи. Сегодня у нас еще музыка, из Минска приехала специально для этого китайского мероприятия. Ну, наверное, мне больше нечего говорить. И давайте мы начнем учить делать. Так, Ольга Александровна. Добрый вечер. Мы уже давно задумали этот китайский вечер. И получается, что мы его проводим несколько в неудобное время, когда вообще-то насущнее думать не о Китае, а о другой очень близкой нам стране, об Украине. И поэтому я хочу сказать, что мы об этом не забываем, мы помним о том несчастье, ужасе, который там происходит, и желаем нашим друзьям, которые там, чтобы их сохранила судьба и чтобы все шло к какому-то доброму разрешению. А теперь в Китай. Если «Северный ветер» на стихи из знаменитой китайской священной книги, одной из книг китайского священного пятикнижия «Шицзин». «Северный ветер» перевел, насколько я помню, Штукин, да, в переводе Штукина. Это то, что пела Наташа по-русски, а то, что речитировал я по-китайски, это 4 строчки из прозаической книги Шихуа о том, как Трипитака великий там добыл священные книги. Это очень знаменитая документальная подлинная история о том, как монах Сюань Цзан в VI веке по Рождеству Христову отправился, согласовавшись с императором, по велению императора, великий там, в Гималаи, для того, чтобы скопировать подлинники, не загрязненные, не искаженные тексты буддийского канона. Он совершил какое-то невероятное совершенно путешествие, поскольку выжил он из Сычуаня и прошел на север, потом пошел на запад и прошел через теперешний Туркменистан, Узбекистан, спустился вниз и прошел всю Индию по этому треугольнику вниз, а потом наверх поднялся в Гималай, там действительно получил точные копии священных книг буддийских и привез их в Китай. И вот с тех пор считается, что Китай получил эталон буддийского канона. Это сделал вот тот самый Сюань Цзан, из повести, о путешествии которого я взял 4 строчки на китайском языке. Я почему так подробно об этом говорю? Дело в том, что после того, как были составлены некоторые вот эти не очень длинные документальные книги о его путешествии, ну, полудокументальные, полулегендарные, был написан очень знаменитый роман Ученения «Путешествие на Запад», один из текстов которого прозвучит в следующем сочинении, которое вы сейчас услышите, в «Третьем китайском путешествии». Там есть такой текст, его просто Ученин цитирует, это из буддийского канона, текст о великой мудрости и полном совершенствовании, да, так называется, насколько я помню, сутра. В «Третьем китайском путешествии» несколько текстов, один из них тоже из Шицзин, та девушка шла к жениху. Вот это, значит, хор будет петь фрагмент сутры, а мужской текст это Чэнь Цзан, да, в переводе, между прочим, классика переводческой, синологической школы русской академика Алексеева, который, собственно говоря, был один из тех, кто первым придумал, как наиболее адекватно можно попытаться перевести китайскую прозу и китайские стихи на русский язык. Мы же понимаем прекрасно, что, вот, условно говоря, прекрасные стихи «Северного ветра», что это скорее наши переводчика впечатления от этого стихотворения, ибо и понятие о рифме, и понятие о самой структуре строфы в китайском языке совершенно иные. И, судя по всему, мы должны понимать о том, что семантические ряды в китайской поэзии гораздо более многоступенчатые, что, условно говоря, когда мы говорим «река», то китаец знает, какая это река, и что с ней связано, и какое огромное накапливается, значит, семантический ряд здесь понятий. Мы пропускаем слово. По традиции наших вечеров, помимо произведений, которые звучат, вживую звучали, как был «Северный ветер», как потом будет пишет письмо мое, мы также время от времени пользуемся тем, что включаем какие-то записи произведений, которые нам особенно нравятся. Вот в частности, я очень люблю запись «Третьего китайского путешествия», которая была сделана на белорусском радио, белорусским камерным хором. Тогда руководил, он дирижирует, и он же здесь и солист, замечательный музыкант, мой очень близкий друг Игорь Матюхов. Вот. Если первое произведение «Северный ветер» было посвящено первой исполнительнице его, Борине Бувчен, с которой мы очень много исполняли, то «Третье китайское путешествие» посвящено моему другу, родственнику, моему куму, замечательному художнику-сценографу Зиновию Марголину, который, между прочим, очень помог сегодняшним вечером от этого драма-конструкции, которая будет работать в третьем моем произведении, вот это вот его рук дело. Он просто по-дружески очень замечательно отозвался и приготовил для сегодняшнего концерта специально. Итак, в записи «Третье китайское путешествие» на древние китайские тексты исполняет камерный хор Республики Беларусь, художественный руководитель и солист Игорь Матюхов, а женское соло поет Татьяна Войтович, солист этого хора. делать, как это делал Игорь Матюхов, но тем не менее мне придется сейчас это делать, поскольку сейчас впервые будет исполнено произведение, которому довольно много лет, но которое никогда ранее не исполнялось. Называется оно «Пишет письмо». Это стихи Ли Бо. Я думаю, что все мы, естественно, помним, что были такие два совершенно замечательные китайские поэты Ли Бо и Ли Фу, которые очень сильно дружили, которые редко довольно виделись друг с другом, но которые в результате оставили по себе огромное количество стихов писем друг другу, где они встречаются, и вот только расстались, они уже пишут друг другу вдогонку, насколько им было хорошо и насколько им плохо сейчас, потому что опять нужно ждать, когда они снова свидятся. И обо всем многом другом они тоже писали друг другу. Вот. А у меня это письмо, собственно говоря, адресовано тоже моему коллеге, замечательному композитору Юрию Красавину, с которым мы тоже довольно редко видимся. И вот таким вот образом мне захотелось с ним пообщаться. Вот. Что еще можно сказать по этому поводу? Перевод Гитовича на русский язык. Я не целиком использовал стихотворение, я такую вот китайскую особенность некоторой недоговоренности я еще взял и еще подрезал самых устных, чтобы стихи уходили в никуда. Как раз на вот слово «река» заканчивается, и река, она и географическая, и пространственная, и временная, и все что угодно. Сейчас с временем, когда работаешь с китайскими текстами и с китайским этосом, происходят очень любопытные вещи. Например, в том сочинении, которое вы сейчас слышали, «Третье китайское путешествие», мне совершенно недавно пришла в голову мысль о том, что здесь, в этом сочинении, два времени, и это довольно любопытно отметить, поскольку время физическое, оно понятно, да, у нас идет музыкальное произведение, и оно длится, у него есть некий свой сюжет, вот она, так сказать, она от начала до конца идет, в конце все благополучно заканчивается. И когда я подумал о том, как сюжетно выстраивается пространство этого произведения, то вдруг я понял, что здесь совершенно ясная пирамида, где наверху храм, в котором постоянно звучит сутра, просто мы ее то слышим, то не слышим. Наверх поднимается по одному склону девушка, по другому склону юноша, с которым необходимо встретиться, и чья любовь будет благословлена, когда они встретятся наверху в этом храме. То есть, соответственно, у нас два склона, будем считать, что вот перевал горный – это высота этого треугольника, высота этой пирамиды. И вот такая вот получается, что время, которое, казалось бы, у нас единоверторно направлено в музыкальное пространство, здесь, внутри этого произведения, оказывается, что оно все существует в единовременности, и о пространственном в подъеме к достижению союза на вершине, если это получается. В данном случае все закончилось очень хорошо. Но мы знаем, как труден порой бывает путь, как сколько бывает тревог, сколько бывает тягот, и не только личного характера, а бывают тяготы и связанные с нашим на земле, и с тем, в частности, о чем сегодня уже успела сказать Ольга Александровна, и так далее, и так далее. Все это существует одновременно, а путь-то все равно необходимо каким-то образом держать. Ну и вот о том, как порой бывает непрост, наверное, путь, это один из ракурсов того сочинения, которое сейчас прозвучит, называется «Она пишет письмо» для одного исполнителя, ударных аксессуаров и магнитофонной ленты. Я постараюсь сделать я сам. Вот, с помощью Наташи. Пожалуйста. Сейчас китайское путешествие Ольги Александровны Седаковой. А потом, когда оно закончится, вы будете смотреть выставку, потому что вы наверняка еще не успели посмотреть его, она совершенно замечательная. Вот. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже. И как пока вы будете смотреть выставку, будет тихонечко звучать еще кое-какая музыка, но это уже будет скорее, так сказать, под то, как вы будете смотреть работы Татьяны Ян. А сейчас Ольга Александровна Седакова. Слышно? Я буду читать подряд «Китайское путешествие», не называя номеров стихов, их 18. Просто делаю паузу. И меня удивило, как спокойны воды, как знакомо небо, как медленно плывет лодка в каменных берегах. «Родина!» — вскрикнуло сердце при виде ивы. Такие ивы в Китае, смывающие свой овал с великой охотой, ибо только наша щедрость встретит нас за гробом. Пруд говорит: были бы у меня руки и голос, как бы я любил тебя, как лелеял. Люди, зная, жадные, и всегда болеют, и рвут чужую одежду себе на повязке. Мне же ничего не нужно, ведь нежность — это выздоровление. Положила бы я тебе руки на колени, как комнатная зверушка, и спускался сверху голосом, как небо. Падая, не падают, окунаются в воду и не мокнут длинные рукава деревьев. Деревья мои старые, пагоды, дороги. Сколько раз мы виделись, а каждый раз, как первый, задыхается, бегом бежит сердце с совершенно пустой котомкой. По стволу, по холмам и оврагам веток, длинные, широкие глаза храмов, к зеркалу в алтаре на зеленый пол. Недовольны ли мы бродили, чтобы, наконец, свернуть на единственно милый, никому не обидный, невидный путь. Шапка-невидимка, одежда божества, одежда из глаз, падая, не падает, окунается в воду и не мокнет. Деревья, слово «люблю» только вам подходит. Там, на горе, у которой в коленях последняя хижина, а выше никто не хаживал, лба, который не видывали из-за туч, и не скажут: хмурливо, весел. Кто-то бывает и не бывает, есть и не есть. Величиной сока ласточки, с крошку сухого хлеба, с лестницу на крыльях бабочки, с лестницу, кинутую с неба, с лестницу, по которой никому не хочется лезть. Мельче, чем видят пчелы и чем слово «есть». Знаете ли вы, карликовые сосны, плакучие ивы, отвязанная лодка недолго тычется в берег, и не радость того, что бывало, и не жалость. Все мы сегодня здесь, а завтра кто скажет, и ни разу. Одни только духи безупречны, скромны, бесстрашны и милосердны. Простого восхищения ничто не остановит, простого восхищения, заходящего, как солнце. Отвязанная лодка плывет, не размышляя, обломанная ветка прирастет, да не под этим небом. Только увижу путника в одежде светлой-белой, что нам делать, куда деваться? Только увижу белую одежду, старые плечи, лучше б глаза мои стали камнем, сердце водою. Только увижу что бывает с человеком. Шла бы я за ним плача, сколько он идет, и я бы шла-шагал таким же неспорящим шагом. Лодка летит по нижней влажной лазури, небо быстро темнеет, и глазами другого сапфира глядит. Знаешь что, мне никто никогда не верил, как ребенок ребенку, умирая от собственной смелости, сообщает: да, а потом зарыли под третьей сосной. Так и я скажу, мне никто никогда не верил, и ты не поверишь. Только никому не рассказывай, пока лодка летит, солнце светит, и в сапфире играет небесная радость. Крыши, поднятые по краям, как удивленные брови. Что вы, неужели? Рад сердечно. Террасы, с которых вечно видно то, что мило видеть человеку. Сухие берега, серебряные желтоватые реки, кустов неровное письмо, любовная записка. Двое прохожих низко кланяются друг другу на понтонном мосту, и ласточка на чайной ложке подносит высоту. Сердечные капли, целебный настой. Впрочем, в Китае никто не болеет. Небо умеет вовремя ударить длинной иглой. Несчастье, кто беседует с другом и думает о завтрашнем деле. Несчастен, кто делает, думает, как он его, что он его делает. Они воздух и луч им водят, как кисточкой, бабочкой, пчелой. Кто берет аккорд и думает, каким будет второй. Несчастен, боязливый и скупой. Но еще несчастнее, кто не прощает. Он безумный не знает, какая стручной из кустов выступает, как шар золотой сам собой взлетает в милое небо над милой землей. Велик рисовальщик, не знающий долга, кроме долга играющей кисти. И кисть его проникает в сердце гор, проникает в счастье листьев. Одним ударом, одной кротостью, восхищением, смущением одним он проникает в само бессмертие, и бессмертие играет с ним. Но тот, кого покидает дух, от кого отводит луч, кто десятый раз на мутном месте ищет чистый ключ, кто выпал из руки чудес, но не скажет: пусты чудеса. Перед ним с почтением склоняются небеса. С нежностью и глубиной, ибо только нежность глубока, только глубина обладает нежностью. В тысячи лиц я узнаю, кто ее видел, на кого поглядел, из каменных вещей, как из стеклянных. Нежная глубина и глубокая нежность. Так зажигается теплый светильник запада, фонарь, капканы мотыльков. Поговори еще с нашим светом домашним. Солнце нежности и глубины, солнце, покидающее землю, первое, последнее солнце. Следующее стихотворение, на него прекрасную музыку с ним написал Александр Кузьмич Вустин, который здесь сидит. И я помню, как пел Юрий Вустин эту музыку. Может, ты перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо, про ступенчатые сады. Ну что же, с плачем мчится крылатая колесница, ветер, песок побережья, океан пустой, и нельзя проститься, негде проститься с тобой. О, человек простой, как соль в воде морской, ни речь, ни лицо, ни слова, только соль и йод и прибой, не имея к кому обратиться, причитает сам с собой. Может, перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо про небывалые сады. Неужели мы, как все, расстанемся? Знающие кое-что о страсти быстрее конца, знающие кое-что о мире меньше гроша. Пусть берут, кому нужен, знающие, что эта раковина без жемчужин, что нет ни единой спички, свечки, плошки, кроме огня восхищения, знающие, откуда приходит звучание и свечение. Неужели мы расстанемся, как простые невежды? Не меньше, чем ивы, вырастать у воды, не меньше, чем воды, следовать за магнитом звезды, чем пьяный Ли Бо заглядывать в желтое, как луна, вино, и как камень опускаться на дно, любящий быть вместе. Неужели мы расстанемся, как простые скупцы и грубияны? Флейте, отвечает флейта, не костяная, не деревянная, а та, которую держат горы в своих пещерах и щелях. Струнам отвечают такие же струны, и слову слово отвечает. И вечерней звезде, быстро восходящей, отвечает просьба моего сердца. Ты выведешь тысячи звезд, вечерняя звезда, и тысячами просьб зажжется мое сердце, мириадами просьб об одном и том же. Просыпайся, погляди на меня, друг мой вдохновенный, посмотри, как ночь сверкает. По белому пути, по холодному звездному облаку, говорят, они ушли, и мы уйдем когда-то. С камня на камень, перебредая воду, с планеты на планету, перебредая разлуку, как поющий голос с ноты на ноту. Там, говорят, все и встретятся, убеленные млечной дорогой. Сколько раз, покаясь, к запрещенному порогу подходило сердце, сколько просило, обещая неведомо кому. Никто меня не любит, никто не огорчится, не попросит остаться со мною. О, не от горя земного, так чудно за дверью земною, а потому что не хочется своего согрешения, потому что пора идти, просить за все прощение. Ведь никто не проживет без этого хлеба сияния. Пора идти туда, где все из сострадания. Ты знаешь, я так тебя люблю, что если час придет и поведет меня от тебя, то он не уведет. Как будто можно забыть огонь, как будто можно забыть о том, что счастье хочет быть, и горе хочет не быть. Ты знаешь, я так тебя люблю, что от этого не отличу. Вздох ветра, шум веток, жизнь дождя, путь, похожий на свечу, и что бормочет мрак чужой, что ум, как свечку, спичку зажгло, и даже бабочки сухой несчастный стук в стекло. Предпоследнее. Когда мы решаемся ступить, не зная, что нас ждет, на вдохновение пустой корабль, на плохо связанный плот, на чешуйчатое крыло, на лодку без гребцов, воображая и самый лучший, и худший из концов, и ничего не ища внутри, там всему взамен выбрасывают гадальные кости на книгу перемен. Кто выдумал пустыню воды, кто открыл, что вверху война, кто велел выращивать сады из огненного зерна. Как соловей лучше умрет, чем не споет, что поет, чем не напишет на шелке времен, что не может целый народ. Когда ты свищешь в свой свисток вдохновение, когда между сушей и нашей душой растет твоя вода, если бы знала смертный вихрь, и ты пустая гладь, как я хочу прощения просить и ноги целовать. И, наконец, последнее, завершающее китайское путешествие стихотворение, которое тоже положено на музыку Александра Вустина. Поет его большой хор. Похвалим нашу землю, похвалим луну на воде, то, что ни с кем и со всеми, что нигде и везде, величиной сока ласточки, с крошку сухого хлеба, с лестницу на крыльях бабочки, с лестницу, кинутую с неба. Не только беда и жалость сердцу моему узда, но то, что улыбалась чудесная вода. Похвалим веток бесценных темных купанья в живом стекле и духов всех бессонных над каждым зерном в земле. И то, что есть награда, что есть преграда для зла, что как садовник у сада, у земли хвала. Татьяна Ян, которая нас собрала в этот другой Китай. Скажите одно слово, потому что на самом деле это совершенно чудесное такое соединение. Вот действительно все вокруг пути и дороги. И вот когда я просто поняла, что моя выставка будет называться «Путь на гору Тайшань», на вершину горы Тайшань, я, конечно, не могла не соединить это с китайским путешествием Ольги Александровны, и когда выяснилось, что китайское же путешествие, все были в движении в Китае. В общем, мы соединили здесь совершенно вот мистическим образом, я считаю.